вже зустріла першу гостю, чарівну Ірину Грунську. Доброго ранку, письменниця. Шановні, завітала до нас, дякую, що прокинулися, завітала. Сьогодні ми будемо говорити на актуальну тему – дитяча література. Так? Як призвичаєте дітей читати, відірвати їх від комп'ютерів, від планшетів? Ви, ніхто краще маєте це знати, тому що ви пишете ці книги для дітей, про дітей. Отож, вам слово, будь ласка. Спасибо. Я очень рада сегодня встретиться с вами, с телезрителями. Конечно же, это действительно очень актуально. Опять привлечь детей к чтению. И, как мне кажется, детская литература должна быть очень увлекательной, веселой и в то же время поучительной. Это должна быть такая литература, которая захватывает ребенка настолько глубоко, что ребенок как бы сам не хочет выпускать руку, значит, книжку из своих рук. И, конечно же, мне хотелось написать такие книги, чтобы дети их читали. Чтобы захопить, да? Конечно. А как это вы сделали, как захопить деточок? Ну, прежде всего, эту книгу я писала как бы для своей дочери, для того, чтобы ее как-то развеселить, немножко увлечь. А потом однажды случилась такая история, что в школе, она была в 5-м классе, учительница задала задание написать сказку. Она пришла домой и говорит: «Мамочка, у меня столько завтра уроков много, математика и остальные, мне некогда писать сказку». Я говорю: «Ну у нас же с тобой история про маленького хомячка уже написана. Давай я тебе только начитаю ее, ты напишешь, ведь не все в школу прочитаешь». Так мы и сделали. Она быстренько все записала и на следующий день ушла в школу. А когда она пришла, я, конечно же, мне было очень интересно, как дети восприняли эту сказку. Она сказала: «Мамочка, тебя вызывают в школу». Я говорю: «Что случилось?» Вот так. «Учительница сказала, чтобы ты пришла». Я говорю: «Наверное, ты что-то там такое натворила». Она сказала: «Нет, мамочка, это ты натворила». Я говорю: «Дашенька, я уже 20 лет в школу не хожу. Как же такое могло быть?» Она сказала: «Мамочка, иди, тебя вызывают». Ну, думаю, надо идти. Раз вызывают. Вы даже и гадки не мало еще, что-то, да? Что-то серьезное, конечно же. Когда я пришла, школьная, значит, эта дверь раскрылась, детки выбежали из класса, и я увидела у окна сидящую учительницу. Она что-то писала в журнале. Я зашла, говорю: «Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Вы меня вызывали?» Она говорит: «Да, Ирина Ивановна вызывала». «Вы что это такое натворили, Ирина Ивановна? Вы же сорвали уроки у нас». Я говорю: «Простите». Как-то я могла, да? Я вчера, во-первых, и не присутствовала. Как я могла сорвать уроки? Она говорит: «Вы знаете, когда Даша начала читать вашу книгу, поднялся такой хохот, что я не могла остановить детей. Я не могла их успокоить. Мало того, Ирина Ивановна, вы сорвали уроки не только в нашем классе, вы сорвали в двух соседних». «Боже мой», говорю, «а соседние это тут при чем?» Она говорит: «Дело в том, что дети так смеялись, что прибежали из других классов, ну, дети поинтересоваться, что же такое здесь происходит». И, конечно же, мы не могли их даже успокоить, развести по классам. А потом она почему-то улыбнулась и сказала, говорит: «Ирина Ивановна, я ведь вызвала вас совсем по другому поводу. Я вызвала вас для того, чтобы сказать вам о том, что вы должны написать эту книгу». Я говорю: «Я никогда книг не писала, я даже не знаю, как это делается». Она говорит: «Ну мы никогда ничего не делали вот так вот, чтобы взять и сразу начать, и все получилось. Попробуйте, напишите эту книгу. Вы же в школе учились, знаете, что учителей нужно слушаться». Я говорю: «Ну, конечно, надо учителей слушаться». Поэтому, когда я шла домой, я рассуждала: «Как же я напишу эту первую книгу?» Хорошо, в школе я писала сочинения, но они большие, всего 1,5 странички. И когда я села к компьютеру, я подумала, что 1,5 страницы-то я напишу. Села, подумала, написала. Потом подумала: «Ну, еще 1,5 страницы тоже ж напишу». И опять написала. И вот так вот она писалась по 1,5 страницы. А потом я подумала: «А больше чуть-чуть смогу?» «Смогу». И вот так вот, ставя для себя какие-то такие рубежи, 75 страниц, 100 страниц, я писала, писала, и вы знаете, вдохновение откуда-то само приходило. И сколько же сторинок вышло? Что это было за книга? Вы так захопили? Это был Тимоня. О, это да, началась эта книжечка буквально с тетрадных листочков. Но когда я начала работать над этой книгой, я же говорю, что как-то мир вокруг меня стал преображаться. И почему-то происходили события такие, которые потом входили в мою книгу, да. А почему-то люди произносили фразы, те, которые нужны были в моей книге. Это было до того интересно. Это было так увлекательно писать даже мне самой. Но, конечно, книгу нужно было испытать, потому что нравилась она мне. Я должна была испытать на детях. Я у меня была изо-студия тогда детская. И на уроках рисования, так как у меня была изо-студия, не просто мы учились рисовать,
Она была у меня литературно-художественная, где мы изучали творчество писателей, и детки рисовали иллюстрации. Я предложила им почитать свою книгу. И вот, когда я читала книгу, я видела глаза детей. Если эти были глаза веселые, лучистые, я понимала, что я правильно писала. Но если я увидела глаза детей, отходящие в сторону, я сразу понимала, текст растянут, его необходимо сжать, необходимо усилить, чтобы динамику. Чтобы тримати их научить, чтобы зацікавило у них, да, постійно? динамику. И вот так вот я проверяла, читая главу за главой. Потом книжка была проверена еще и на очень взрослых людях, на бабушках и дедушках. Батько, навіть дорослі читають. І коли я предложила почитати своїй мамі, а їй було тоді 82 роки, я услышала, как она смеется, я говорю: мамочка, но ведь эта книга написана для детей, а ты человек пожилой, и ты смеешься. Она говорит: ну как же я могу не смеяться, если она веселая? Здорово. Получилось так, что книга действительно для любого возраста, ее интересно читать и взрослым, и детям. Так, и саме цій книги сьогодні присвячена наша рубрика «Тест-99», далі буде, і ми ще розіграємо, так? Обязательно. Шановні глядачі, у вас є змога прочитати цю книгу і теж посміятися, отож дозвонюйтесь до нашої студії, телефон 76-92-42, і ця дивовижна, чудова книжка буде вашою. А ми продовжуємо нашу розмову, і давайте ще історію, які ще книжки ви писали, і про що? Другая книга у меня вышла — «Сказки летнего сада». Да, я еще хотела сказать, что эту книгу вы найдете в детских библиотеках, и она сейчас продается в книжных магазинах нашего города. Эта книжка тоже находится в наших библиотеках. Здесь коротенькие сказки, очень поучительные, мудрые и такие же веселые, потому что я детский писатель, а детский писатель не имеет права быть грустным, как я считаю, да. Он должен детей и веселить, развлекать. Поэтому сказки очень мудрые. Они наприклад, тоже про що? Нравятся. От якусь можете відокремити одну казочку? Мені здесь многие нравятся сказки. Нравится сказка и о маленьком музыканте. Это сказка о кузнечике, который играл на скрипочке, но божья коровка ему сказала, что это бесполезное занятие, ты только играешь и все, и никакой пользы нет от твоей работы. И тогда он пошел искать себе работу. Он пришел к муравью и сказал: давайте я буду вам помогать. Муравей сказал: нет, ты ничего делать не можешь, мы сами без тебя управимся. И вот так он ходил от героя к герою, предлагая свою помощь, и все ему сказали, что твоя работа не нужна, мы без тебя справимся, ты ничего не умеешь. И когда наступил вечер, в саду было тихо-тихо, все насекомые, так сказать, все эти главные герои сидели, ждали, когда же заиграет скрипочка. Но скрипочка не играла. И вот тогда маленькая букашка пришла к кузнечику и сказала: ну почему же ты не делаешь свою работу? Нам всем так скучно. Ты должен играть. Никто не может играть так, как ты, красиво. Твоя работа нужна, она необходима. И вот тогда кузнечик понял, что действительно его работа нужна. Она яка, очень нужна. Як мудро. Да. Здорово. Казка дійсно повчальна. Яка повчає. Я вибачаюсь, у нас є дзвіночок. Да. Дотелефонувався глядач. Алло, доброго ранку. А доброе утро. Представьтесь, як вас звуть. Это ваша постоянная зрительница. Я вже здогадалась, яка. Алло. Доброго ранку. А очень, сначала можно пару слов? Я просто, так, ну, продолжительное время не попадала на вашу передачу. Сегодня, как обычно, включила телевизор, как обычно, зарядилась позитивным настроением. Большое спасибо еще раз. А у писательницы, у нашей, хотела бы задать ей маленький вопросик. Вот все-таки был вопрос, что так привлечь ребенка к чтению, даже если там интересно и неинтересно. Вот какой вы можете дать совет? Я могу дать такой совет. Если ваш ребенок даже сидит за компьютером и играет в какую-то игру, и вы понимаете, что отвлечь его очень трудно, тогда возьмите вы сами в руки книжку, сядьте рядышком с ним и предложите ему: ты играй, а я тебе буду просто читать. Вы читайте ему эту книжку, но на самом интересном моменте остановитесь. Чтобы захопить этим самым, чтобы захопить. Тогда ребенок вас сам попросит: продолжи, пожалуйста, мамочка, читай. А вы можете сказать: а дальше ты прочти немножко сам. Или можете поступить еще лучше. Вы скажете: я немножечко устала, теперь ты мне почитай вот хотя бы вот столько, а дальше я тебе продолжу. Я вас уверяю, ребенок, если вы ему предложите хорошую книгу, обязательно почитает вам, а потом вы продолжите ему опять читать. И читайте, пожалуйста, перед сном, несмотря даже... Какой возраст у вашего ребенка? Главное, найдите хорошую книгу. Моей сестре сейчас 63 года. Маме моей уже 86 лет.
И мама моя до сих пор читает ей книги. Ну, бачит, как здорово. Что-то делает, ну, допустим, готовит там борщ. Мама моя в силу своего возраста уже не может ей помочь. Но она говорит: доченька, я так люблю читать, можно я тебе почитаю? Таня моя говорит: конечно, мамочка, читай. И мама открывает ей, сейчас они читают Шмелева «Лето Господне». И читает ей эту книгу. Как хорошо им вдвоем. И маме хорошо, что она приносит радость. Безумовно. И моей сестре хорошо. Так, така взаємна справа, да. Дуже корисна. Ось така порада вам. Ну, а ми в свою чергу вітаємо, тому що ця чудова книжечка ваша. І тепер ви її і можете її прочитати, а ми продовжуємо нашу розмову далі. Отож, зупинилися ми на казочках. Да. Так, як давно вийшла ця книга? Ця книга вийшла чуть позже, ніж Тимоня. Буквально через 2 роки. Вот. И тоже она пользуется очень большой популярностью. Здесь мне нравится еще одна сказка. Она называется «Большая книга и маленькая». Вот. Угу. Так. Эта книга, есть вернее, это сказка о двух книгах, которые рядышком стояли на полочке. Там стояла маленькая потрепанная книжечка, которую почему-то очень часто с полочки брали. И стояла очень толстая, красивая книга. Почему-то ее никто с полки не брал. И вот она всегда удивлялась: ну что же это такое? Я такая красивая, я такая умная-приумная, а меня никто не берет. А ты такая маленькая и на расхват. И тогда маленькая книжка ей однажды сказала: я просто для детей книжка написана, поэтому меня читают очень часто, я маленькая, а ты книжка для очень умных-умных детей. Вот подрастут мои детки, и тогда они возьмут тебя. И большая книга успокоилась и сказала: ну хорошо, я тогда подожду, когда подрастут мои читатели. Ну, диалог, конечно, здесь у них гораздо интереснее. Ну, безумовно, казковый, я не могу дитячий, здесь рассказать так, все. Так, часу омаль. Запитань мене дуже багато. Що вас надихає на такі казочки? Ваше повсякденне життя, ваші рідні ж, напевно, так? Тому що я бачу, конечно, як ви до них відноситесь, так? Конечно. Во-первых, я очень люблю детей. Я люблю слушать их интересные истории. Я люблю, когда приходят они ко мне в гости. И когда мы с ними начинаем общаться, я стараюсь войти в их мир. Стараюсь понять их проблемы, их вопросы. Ну и вот, так сказать, их размышления наталкивают меня на написание сказок. Угу. Почему сказки бывают иногда такие очень, как бы, злободневные? Бывают сказки просто веселящие, бывают сказки очень мудрые. Все зависит від того, який вопрос вони мені задають. І в сказках я стараюся відповісти. Дякую. Я хочу трішечки внести корективи. У нас вже був дозвонювач, у вас іще є змога дозвонювати, ставити свої питання або побажання, якісь привітання нашій гості. Ви виберете найкращий дзвіночок і виберете, кому ви подаруєте книжечку. Ось оцю чудову книжечку. Я хотіла заказати загадку. Загадку? Чудово. Так. Отож, дозвонюйте 76-92-42, просто так подарунок не отримаєте. Лише загадка від самої Ірини Грунської, письменниці. Я бачу, що ще ілюстрації дуже чудові ваші книжечки. Ви самі їх вигадуєте, чи вам допомагали? Да, так, розкажіть про це. По професії я художник. Ось так. Поэтому, конечно, для мене рисувати це дуже легко. Ілюстрації придумуються теж легко. Вони як би рождаються одразу. Что-то придумала, і тут же вижу образ. Поэтому в каждой сказке у меня свои иллюстрации собственные. Если эти две книги оформлены в рисовальной технике, это гуашь, кисточка, то следующая, третья книга, которая у меня, я надеюсь, выйдет, она очень тоже интересная. Мы про неї поговоримо, але да? У нас є дзвіночок, дуже хочу з вами, глядачі, поспілкуватися. Да. Алло, доброго ранку. Доброе утро. Я хочу вам сказать, что мы включили передачу вашу не сначала, и вот я слышала, как наша писательница рассказывала про книжку «Маленькая и большая книжка». Просто, ну, мне вообще нет, у меня тоже двое внуков. Но я просто почему-то, когда вы говорили, вспомнила в детстве, у меня была книжечка про старую куклу. Она была тоже такая затрепанная, затертая и очень-очень любимая. Мне просто так это все вспомнилось. И как-то вот, я хочу спасибо сказать писательнице, что она вот так вот пишет эти книжечки. Ну, тут я действительно очень захотелось эту книжку, если честно, прочитать, большую и маленькую, своим внукам. Спасибо большое. Вы хотите отримати ще подаруночок? Ну, как ви вирішите. Так, я чую там дитячі голоси, які хочуть, але ви маєте змогу відповісти на загадку від нашої Ірини Грунської. Будь ласка. А загадка звучить так. Що піднять з землі легко, но трудно бросить далеко? Що піднять
нелегко, не трудно далеко. Думаєте, може вам там хтось допоможе, дітки, поруч, внуки? А ну-ка, дітки, що підняти легко, но бросити далеко. Что поднять с земли легко, но трудно бросить далеко. Підняти легко, а кинути бросить важко. Да. Далеко бросить. Далеко. Трудно. Даже не знаю. Но земля подходит. Грудочка земля не подходит, правильно? Не подходит. Может, вы какую-то подсказочку? Что поднять с земли легко, а бросить трудно далеко. Я уже жестом показала. Да, даже. Камушек вряд ли. Еще легче. Пушин. Совершенно верно. Пушок, пушинку. Пушок. Так, отож, ви розгадали такими суспільними допомогами, підказками. Отож, ця чудова книжечка ваша. Залишайтеся на зв'язку. Вам режисери розкажуть, як ви зможете її забрати. Дякую, дозвонюйтесь до нас ще. Ну, а ми продовжуємо з вами. Отож, ваша майбутня книжка. Ви бачите, що вас читають, вас люблять і з нетерпінням чекають щось нове. Що це буде? Які сюрпризи? В чому родзинка? Це ще одна книжка. Она называется «День рождения маленькой тучки». Название вроде бы небесное, но на самом деле путешествие происходит здесь, на Земле, в нашем городе Николаеве. В этой книге рассказывается немножко об истории нашего города. И, конечно же, происходят всевозможные приключения. Ну, а какие вы потом почитаете? А коли нам чекати? Як скоро уже буде? Я так думаю, что, возможно, в конце этого года она должна издаться, потому что сейчас я работаю над иллюстрациями. И вот я хотела вам показать, как будет выглядеть главная героиня, маленькая тучка. Ось та тучка, главная героиня. Шановна. Которая прилетела к нам на землю, и она очень хотела бы быть девочкой. Ей это удается, и она путешествует по городу. Помогает ей ветерок во всем. Именно он рассказывает ей о нашем городе. Вот ось теж дуже така гарна. Вот еще... Есть такая глава, называется она «Экзамен по снеговидению». Очень интересная, да. Здесь многое рассказывается о природных явлениях, таких как дождь, снег, как он образуется. И все это, конечно, очень сказочно и захватывающе. И еще один маленький. Это разворот книжки, да. Вот эта маленькая тучка, она опускается на землю, это ветерок, ее дружок. А вот так, по-видимому, будет выглядеть обложка этой книги. Путешествие маленькой тучки. Дякую вам, Ірино. Ми з нетерпінням чекаємо. Ви молодець, у вас дуже чудові казки, які можна читати і маленьким, і дорослим, незалежно від віку. Адже дитяча література, вона як ні будь-яка сама мудра і сама повчальна. Так, я вам дякую, а ми продовжимо наш ефір саме рубрикою ТЕС-99, в якій буде іти мова про цю чудову книгу. Якщо ви ще не прочитали, ви просто зобов'язані її прочитати, Тимоня. Дякую вам, дивимось. Дитяча книжка прочитується тричі. Спочатку її читають діти, потім діти читають своїм дітям, а потім читають своїм онукам. Так стверджує Ірина Іванівна Грунська, миколаївська письменниця, автор чудових дитячих книжок «Тимоня» і сказки «Літнього лісу». Ірина Грунська – художник за освітою. У 1994 році створила дитячу літературно-художню ізо-студію «Пестрий городок». Ірина Іванівна цікаво і зрозуміло пояснювала дітям закони образотворчого мистецтва. Розповідала про творчість художників, вчила бачити прекрасне в повсякденному і знайомила з новинками дитячої літератури. Вона згадувала, як в дитинстві дідусь і бабуся читали їй веселі дитячі книжки. Потім дівчинка сама читала ці книги. А згодом Ірина вже створювала власні історії для дочки Даринки. Одну з таких історій про веселі пригоди домашнього улюбленця хом'ячка Тимоні Даша розказала в школі. Наступного дня Ірину Іванівну викликали до школи, і викладач літератури вимогливо запропонувала їй написати книжку для дітей. Ірина, як гарна учениця, виконала завдання учителя. Так і з'явилася у 2008 році городська сказка для не самих маленьких «Тимоня», яка стала переможцем 3-го обласного конкурсу «Краща миколаївська книга» у номінації «Краще видання для дітей та юнацтва». Родзинкою книги стали чудові ілюстрації, які Ірина Грунська сама малювала до своєї книги. Як я її називаю, сказка від 7 до 70 років, тому що дійсно цю книгу цікаво читати
и детям, и взрослым, бабушкам, дедушкам. В общем, она написана для любого возраста, только потому, что там есть скрытый подтекст. Дети понимают его буквально, в прямом смысле, а взрослые понимают, что я что-то там спрятала. И когда ребенок подрастает, перечитывая второй раз, он уже понимает эту книгу совсем по-другому. У 2015 році на численні прохання читачів «Тимуня» вийшов другим тиражем. Адже автор постійно отримувала листи з запитаннями, де можна купити книгу. Бібліотеці на неї записувалися в чергу, читали вголос на позакласному читанні. А тривалий час у Миколаївському театрі «Ляльок» успішно йшла вистава по книзі Ірини Грунської «Тимуня». Книга о приключениях маленького хомячка Тимошки, о его путешествиях, о том, как он поехал поздравить с днем рождения свою бабушку, о том, как он нашел много друзей в этом путешествии. В общем-то, об этом, о дружбе, о любви, о взаимопомощи, о компьютерной мышке, которая очень завидует детям, которые могут свободно пойти покататься на санках, но, к сожалению, этого сделать не может. Сайт Ірини Грунської рясніє коментарями маленьких та дорослих читачів, які стали справжніми шанувальниками Тимоні. Десятирічна Поліна звертається до письменниці. «Ірина Івановна, пишіть скорі вторую часть Тимоні. Я уже читаю на 14 главі і сміюсь так, що слышно в сусіднім домі». Анна, читаючи казку своїй дворічній донечці, сама була у захваті. Это добрая, волшебная, сказочная книга. Спасибо автору за книгу, которая дарит тепло, радость и любовь всем, кто ее читает. Книжка Ірини Грунської «Тимуня» буде цікава не тільки дітям, а й читачам будь-якого віку, адже вона повертає в дитинство. Отож, відкриваємо 99-ту сторінку казкової повісті Ірини Грунської «Тимуня» і насолоджуємося. Друзі, для того, щоб повернутися в дитинство, не варто мати машину часу. Просто можна прочитати чудову книгу, ось, наприклад, «Тимоня», про яку вам щойно розповіли в нашій рубриці.